из территории, прилегающей к Свято-Успенскому монастырю на берегу реки Енисей, что на самой окраине города Красноярска. Сегодня, как вы видите, отличный солнечный день, отличная погода. И здесь я оказался не совсем по своей воле, а по приглашению коллег из Центра изучения немецкого языка нашего университета. Вот вдали вы можете увидеть небольшую группу счастливых людей, которые выбрались на эту практически загородную прогулку. Сам монастырь расположен в очень живописном месте, на берегу реки Енисей. И даже несмотря на довольно прохладный день, около 5 градусов тепла, может быть даже и меньше, здесь, как вы видите, довольно много народу, довольно много отдыхающих. Так что день сегодня также удался, настроение хорошее, удалось немного поговорить по-немецки, пообщаться с самыми разными людьми, а вам желаю удачи!